сотрудникам правоохранительных органов. Уважаемые товарищи, вот та ситуация, которая у нас сейчас рассматривается, с целями, с законом о детях войны, вынуждает даже старшее поколение выходить и бороться. Я обращаюсь прежде всего к молодежи, которая идет в Риме. Ваши отцы, деды, которые воевали, дети войны, которые подстроили эту страну, они вышли сейчас бороться. А власть борется против них самыми гадкими методами. Сказала мой портрет, мое выступление. Без звука, но мое выступление. Как вы смотрите, какие они умеют. Старые и страшные. А, значит, и это, конечно, молодого и красивого говорить приятно. Но я не рвался с премьером. Совсем нет. Это они меня назначили к премьеру. Вот. Это они меня назначили. Это их воля. Вот я вообще-то, это цифра. Я разогрел. А вообще-то, я лень публичный, я равнодушный. Помогает, знаешь. Ничья наша. И они все прошли по этой цепочке. Равнодушие породило, что мы, судейская власть, сделали продолжение исполнительной и законодательной власти. Единую лигу. А мы, люди, мы первые должны быть заинтересованы. А вы пойдемте в Бошпаху? Мне кажется, от вас пахнет. Мы должны стрелку держать в голове. А она сейчас на той стороне. И мы можете оставить. Мне кажется, тот вас Ну нам так не кажется. Как заболело было.